Собственно говоря, можно начинать, я думаю. Начинать, продолжать. В общем, что я имел в виду в прошлый раз, это то, что, скорее всего, на каждой локации присутствует карта. Своя карта для каждой из локаций. Думаю, что это как минимум звучит логично. А нам тем временем надо понять, как же нам... поезд-то так толкнуть-то. Видимо, нам именно его нужно толкнуть. И как? Толкнули? Ну нет, видите, не получается. Ладненько, сейчас, как говорится, сообразим на троих. Сейчас как долбану. Так, так, так. Кажется мне, что-то здесь лишнее. Ага. Он, ну как. То есть, значит, мне нужно продвинуть его в ту сторону, но как-то нужно развернуть вот эти вот сейчас мы посмотрим, что у нас здесь можно сделать и чем же можно здесь все это дело развернуть. Надеюсь, теперь этот переключатель работает. Ага, работает. Он оно, значит, как. Значит, нам нужно тупо эту махину задвинуть куда поглубже. Там, кстати, что-нибудь было интересное. Нет, там ни черта интересного не было. А вот эту маленькую гадость подвинуть поближе. Сейчас мы с этим делом, я думаю, справимся легко. Давай. Ну, это я как-то, кажись, переборщил малость. Ведь! Оттянем назад! Тянем, потянем. Тяжелый поезд, я вам скажу. Тяжелый. Плохо тянется. Но ничего, нам не привыкать. Мы люди простые. Сейчас передвинем. А ну как, долбанем? Смотрите-ка. Раз, два, три, бам! Вот теперь наверх можно забраться-таки. А это значит что? Это значит то, что нам туда. Тянем, потянем. Йо-хо-хо-хо-хо. Забираться-то сюда нелегко, но и несложно. Так что, думаю, у нас все это получится. Ну, видите, как все просто. Забрались. Даже отверстие выбили. Я так понял, дамочка куда-то пропала. Наверное, она где-то там. Ну, по всей видимости. Так. Медленно и аккуратно мы перебираемся все выше, дальше и веселее.
девушка, вы где? На то я вас уже устал искать. А вы опять в церкви, да? Ты еще что за хрень? Жаль, что ты умрешь. Так ты еще что за хрень? В общем, я не знаю, что ты за хрень. Но, по-моему, ничего хорошего ты из себя не представляешь. Ну, ее главное из дисбаланс вывести из баланса в дисбалансное состояние. И можно минусить потихонечку. Так, понятно. Ничего, в общем-то, хорошего я здесь не вижу. Жу-жу-жу. Тихо ты. Башку б тебе оторвать, падла. В принципе, я это и сделал. Ну, хватит. Или у вас еще там кто-то жив остался? Понятно. Не отпустят меня, так сказать, никто отсюда. Открыли таки. Ну и на том спасибо. Теперь хоть на второй этаж сходим, прогуляемся. Как много у нас здесь собралось народу-то. Все меня намереваются почему-то убить. Даже не знаю, что они в себе такого нашли. Думаю, нам сюда надо, наверное. Но у нас есть еще и вот там сундучок какой-то. Который даст нам опыт, как оказывается. А опыт же нам что? Правильно, нужен. Считайте, 10 тысяч уже почти накопил. Надо будет потом посмотреть на что-нибудь приятное потратить. Бам с лапкой. О! Кому торговый автомат? О-хо. Так. Ну, я шутку юмора-то, в принципе, оценил, по идее. А подниматься-то мне отсюда как? Так. Хорошо. Ага. А, понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Так вот, у меня с координацией, как обычно, проблемы. Из-за этого я и падаю. Так, наверх поднялись и полетели. Бам с лапкой. Нет никого. Горит что-то. Сейчас будем отжигать. Так. Отожгли. Теперь бы понять, где у нас с вами, ребятки,
стоит нужная нам вещь. Квината, походу, туда ушла. О! Как чуял! Осталось две, и будет полная. Радость будет мне полная. Так. Где-то чую, здесь будет, но потом, скорее всего. Ладно. Пока что пойдем сюда. А раз здесь я не понимаю, куда мне надо. За разрушителя! Кто вы такие вообще, ребят? Вообще кто? А и откуда? И зачем вы здесь взялись? И кому вы нафиг слушаете? Служите. Зачем слушать? Ну понятно, что служат они всего одному чуваку, и это разрушитель, и тут как бы ничего такого особого непонятного ты и не узнаешь. Тем не менее. Ладненько, 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 ладненько. А мы еще попробуем поджечь, смотрите, вот так вот. Получится у нас? Получится это с одной стороны получилось вроде бы, но... Получилось-то не то, что я хотел. Я-то думал, она пролетит сквозь, но, видите, не все бывает так, как надо. Ладно, второй раз я фигню страдать не буду. Поезда вроде здесь сами по себе не ездят, так что опасаться тоже вроде нечего. Так, раз. Бамс туда. Поехали кататься. А, ну понятно. А что если такое, знаете? Знаете, раз, два, три и даже в четыре. Ага. Я понял, только несколько целей может выбирать. Ну, нам и этого, в принципе, хватит. Так что можно особо не беспокоиться. Так, где ключик? О, халявный опыт. Кушать подано. Раз. И два. Знаете, у меня такое ощущение, что снизу долго подниматься, но там точно есть что-то приятное. Причем, как и сверху, наверное, тоже есть. А сверху есть здоровье. А вот там вот есть что-то еще. Ага. Ага. То есть вот так вот, да? И я чувствую, если я сейчас вниз упаду, там ничего приятного не будет. Ага, она там. Ну давайте, чё. Вариантов-то у меня немного, собственно говоря. Там, скорее всего, глазик, ну, ключи глаз лежит. Больше-то там лежать и нечему, собственно. Джиониму! Политадла. Ага. Понятненько. Ничего хорошего, в общем, там нету, я понял. Не-не-не, ты мне здоровье приноси. Фигней страдать не надо. Хотя у меня такое ощущение, что они мне здоровье приносят меньше, чем я об них его трачу. Впрочем, могу ошибаться.
Я же человек простой, как говорится. Никем и ничем не обремененный особо. Оп. Продолжаем разрушать всякую гадость, а вот чего полезное. Найдем. В данном случае, например, нашли вот эту гадость. Оп. А, вот как косу выбрать. Да откуда их столько, ё-моё? Прицелимся, выстрелим. Еще раз. А вот и 10 штук, кстати, накопил. Так, а вот теперь сюда целимся. Бы это так сделать-то. Прицеливаемся сюда, потом вот сюда. Бамс. Так, хорошо. А, понял, все вижу. Шиндарах. Сюда прицелились. И туда прицелились. Поехали. Теперь сюда прицелились. И вот туда. Блямс. Кстати, давайте-ка сплаваем вниз ради интереса. Просто ради интереса. Предположу, что это, скорее всего, сейчас откроется. Вся вода, возможно, утечет вниз, тогда я смогу легко подняться. Ну, поняли, о чем я. Но, тем не менее. Блямс номер два. Бум. Ну, вот видите, как все просто. Теперь мы можем достать этот сундук. Ту-ду-ду-ду-дун.